Я в пятерочке. И боже, как же здесь красиво. Второй раз за день пришел. Я забыл купить папе пиво, послал вам свое резюме. Но отказ пришел мне слишком быстро, но я не сдаюсь. Менеджером бренд-коммуникаций быть у вас я хочу. Ведь профессионал я классный, хотя и не очень пою. Но пятерочку я очень-очень сильно люблю. Сюда я каждый день, как домой хожу. И буду сюда ходить я снова, пока я не умру. Пятерочку моменты счастья, и даже когда грущу. Возьмите меня, я классный, я сделаю с вами тату. Еще куплю не молоко, на бонус заберу чайку. Возьмите, возьмите меня, я много всего придумаю. С креативными агентствами и блогерами коммуникацию я веду. Портфолио с проектами на встрече я вам покажу.